Вологде ФСБ задержала представителя Общественной палаты России Бориса Ханчаляна. По словам сотрудников спецслужб, его взяли с поличным при получении взятки ни много ни мало 2 миллиона рублей. По версии правоохранителей, общественник договорился о сделке с предпринимателем. Ханчалян предложил помочь бизнесмену заключить сделку с лесхозом, то есть получить разрешение на санитарную рубку дерева. Накануне он приехал на встречу с клиентом и получил первый транш – 2 миллиона меченными купюрами. Вторую часть – 800 тысяч – ему обещали после подписания контракта между бизнесменом и лесхозом. Теперь на общественника завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит срок, кстати, до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.